решились наш любимый черный, черный цвет по-грузински. Никуда нам не деться от этого. И снова здравствуйте. И вечерний Батуми встречает Атаровну. Да ладно! Да не может быть. Мельк стаут нету, Влад. Где? Почему нету? А какой-нибудь другой стаут не имел? Не, стаут ни один из них нет. Ни мильк стаута нету, ни обычного стаута. Вы не пустили из-за карантина? Вы не пустили из-за ковида? Пиво. А? Нет,
Вот посмотрите, как просто пусто на улицах. Ну просто вообще. Как же мы хотим, чтобы быстрее открыли границы. Чтобы жизнь закипела на этих улицах. Я хочу стаут вот этот. Что мы хотим? О, они у них правда вкусные. Так вкусно ест. Слушай, так вкусно едите. Нам надо сниматься в рекламе. Что-то хотела есть. Это для нас? Зачем ты прикрыл свои красивые усы? Только усы? Только усы. Ну вот наш стол. Вот нам принесли стол. Да, все. Улица, а вот стол, стул, фонарь. Это стул. Магида, это просто стул. Нет, это скамик. Это Магида, это скамик. Кузинский, здравствуй. Ой, сейчас, так, возможно, нам дадут пиво. Но это не точно. Но нужно было именно то, которое нужно было, но да, которого нет, которого нужно было, да? Ты прям, знаешь, с бородой и кусами, как Николай II для кончины. Плохой. Докончил. Ну, уточнила. Докончил. Он тогда тоже был живой. Я пойду молодец. Они такие тяжелые, слушай, у вас. Не тренируемся. Это специально, чтобы не своровали. Нет, наоборот. Специально, чтобы... Да? А. Это Батуми. Девочки. Да. А мне так нравится, у них так по стилю вечером очень симпатично, так все там в огоньках. Мне нравится сидеть здесь, а смотреть туда. Да? Это очень интересно. Ага. Так, ну и продолжаем разговор. А-а-а. Что там у нас на этом, в Кремниевой долине? Да, мы решили придумать вот такой сервис батумский. То есть, как бы, нам перечисляют деньги, а мы хорошо за эти деньги проводим время. Да. Вот. И оставляем свои отзывы, свои видеосюжеты о том, как мы провели время, как мы их потратили, на что, как. Вот. Потому что не только в Кремниевой долине могут придумывать всякие стартапы. Мы тут тоже покубатурили. И вот так решили, что раз уже мы сидим вот так на карантине, то мы можем вот такую опцию предлагать. Называется онлайн-туризм. То есть вы не можете, например, приехать, а мы приедем за вас. То есть мы уже здесь, и мы такие берем и все это делаем. То, что пиво мы не хотели, да, мы это делаем. Вы просто, за вас вы просто пишете заявку мне в директ или там в комментариях оставляете, на личку можете кидать. И говорите. Хотим пойти на море и выпить пиво. Мы такие, а мы, да, такие, оп, и сразу вам предоставляем это. На самом деле, мне просто написали подписчики: Василина, мы не можем приехать сейчас, и мы так хотим, чтобы вы отдыхали на полную катушку. Я говорю: ребят, высылайте деньги. Я очень ответственный человек и очень ответственно подхожу к разным всяческим мероприятиям, за которые я берусь. Поэтому за это я прям возьмусь за этого. И Нана Атара меня в этом поддержит, потому что... И ты тоже нас поддержишь. Да. Сицилия тоже не против, сказала. Поэтому вообще мы прям будем очень ответственны в этом мероприятии. Будем. Высылайте деньги. Номер карточки 222-222-222. 7-7. Мы будем. Спасибо большое. Мечты. Ваши мечты, да, да, будем исполнять мы. Да. Мы как феи-волшебницы. Феи-волшебницы. Батуми. Да. Черная, блондинистая, рыжая. Да. Ну, скоро будем такими. Нана Атаровна, вы сказали, что вы готовы. Я, да, я буду исполнять мечты. Так, нам принесли меню, понимаете? Просто меню. Просто меню. Сейчас нужно нам что сделать? Вот сейчас я покажу. Открываете камеру. Камеру открываем. Наш нам не нужно, да? Все открывается. Сафари и загружается, да? Нам просто бургер. Николаюшка, давай нам бургер. Какой? Какой есть? Есть, а классик бургер есть, модер бургер есть, а барбекю блю чиз есть, там хоризо есть, хот мачо, там еще есть ананасовый с куриной филе, короче. Я буду ананасовый с куриным филе. Давайте. Онлайн, за онлайн отдых. Спасибо.
меня что-то брови двигаются, да? Блин. Печаль, печаль. Ой, а какое оно вкусное. Ребята, а какое оно сытное. А какое оно густое. А какое оно... Оно, правда, приятное, реально. Просто нереальное пиво. Что это за пиво волшебное? Слушай, это какой-то стаут, но оно как вообще вот... Я бы сказала, как я пила вот сметанник когда-то. Вот оно прям черное, там тоже такое же было. Оно густое, прям реально густое, его глотаешь, да. Оно густое. Очень похоже на это. Очень похоже на английское пиво. Очень. Да? Реально прям. Поэтому мы сюда и входим. Но они сами делают. Сами делают пиво, да? Сами люди, сами пиво. Очень вкусно, мне прям кайфово. Как же мне хорошо, что я тебя нашел. Где у нас Антоша? Должен прийти или что-то. И Антоша, и Саша. И оба два, да. Ну придут. Прика. Вот посмотрите, немножко скрытой рекламы. Привет! Совсем не скрытой. Александра. Привет. Александра. Александра, я как раз рассказываю про наше новое украшение. Это аметист. Это аметист, груза. Сказала Александра. Груза аметиста. Посмотрите, Велиса, бренд ювелирных украшений, предлагает вам. Нормально. Ай, вот такая вот красота, посмотрите. Вот где туристы? Вот просто... Смотрите, как с Грузии можно увезти что-то такое красивое. Понимаете? С Грузии, с Грузии. Оно почти как чуть-чуть не то, но то... Натуральный камень. О, Сашка подсветила. Посмотрите, как переливается. Это натуральный аметист. Груза аметист. Необработанный камень. Необработанный камень. Посмотрите, как красиво. Скажите. Вот, пожалуйста, принимаем заказы. На ювелирные украшения международного. Международный грузинский бренд ювелирных украшений. Велиса. Лейбл СМИ от этого там уже логотипы площадок. Сказала Александра. Она Наотаровна подтвердила. Именно так. Да. И выпьем же за это же, опять же. Пластиковый стакан. Да. Ничего. И ничего. Пей сидр. Девочки, так нельзя. Короче, вот такой вот. Пей сидорок, будешь как ветерок. Я подожди. Пей сидорок, будешь ветерок. Да. Сашка отказалась от нашего чудесного вот этого густого пивка. Она хочет быть ветерком. Какой красивый. Он точно болгарин? Кто там? Да ладно. Тиндер, что ли? Нет. Грузинский. Вот это мы за Тиндер. Ёк-макарёк. Тиндер, нет. Нас из курицы, знаете ли. А можно я у тебя попробую потом? А можно я у Кристины попробую? А можно я все у вас оближу? О боги. Очень красиво, правда. О боги. И поджарили булочку прям, прикольно. Да. Молодцы. Николай, молодец. Мне Давид зовут, у меня самое крутое имя в мире. У тебя Давид прекрасный. Да? Так что лучше Давид, чем Давид. Я пошутила. Конечно, Давид. Вот такой.